И всем привет, дорогие друзья, с вами Ярн, и сегодня мы с вами будем обозревать трамвайную линию от торгового центра до Гувернантской площади. Мы находимся на остановке трамвая торговый центр. Это конечный пункт нашей трамвайной ветки. Он находится на торговом возле торгового центра. И, в общем, это самая трамвайная ветка моего города. Давайте сядем в вагонетку и отправимся. Следующая станция. Следующая станция называется Красноярская. Поехали. Вот тут есть торговый центр, Central Core. Вот. Там вот красивенький торговый центр. Можете заметить. Эй, куда? Ладно. Ладно, поехали. Он находится вот, вот за торговым центром. Вот. И сейчас можете видеть. Мы развиваем трамвайную ветку до Гувернантской площади, как я вам уже сказал. Я вам уже говорил. Как видите, мы сейчас приближаемся к Красноярской. Как видите, Красноярская. Ну, в общем, красивенькая. Красноярская находится между станцией торговый центр и Гувернантской площадью. Она и пошли. И я сейчас лагает, поставлю на. И так подлагнула, извините. Вот подошли мы к Гувернантской площади. Вот так. Она находится на площади, одноименной площади Гувернантской. А здесь дом мой. Здесь дом. Изначально планировал построить на Гувернантской. На торговом, возле торгового центра или на Красноярской, но решился на торговой, на Гувернантской площади. Там красиво. И здесь покажу. Вот такой мой дом. Это будет квартира. Вот. Сундучки, в которые можно положить еду. Всякую глину. Ковры. Колбы. А тут можно вот на карту, вагонетку. Ну и так дальше. Вот все положил, жили. А, покажу вам еще. Это тут кухня. Это тут кухня. Вот. Котел с водой. Тут и немного. И балкончик, который ведет на трамвайный. Лагает. Лагает. Ой, поставь. Извините, что подлагиваю. И, в общем, это все трамвайное. Спасибо вам. До встречи.